Принесла сове крысеньку. Она тут с треугольным бубликом бегает. А еще и привезла подарок. Вот. Она, правда, уже стащила ее вниз. И я обратно подняла. Но... Бублик тебе, чего, зачем? Давай меняться. Куда ты его таскаешь? Это я ее только принесла из домика, из совешни. Вот. Он несъедобный. Смотри, у меня есть. Будешь? Ёль, на. Держи. Да я не это. Есть твой бублик не буду, я тебе просто вкусного принесла. А ты вот. Угва. Вот все-таки елку очень это расстраивают всякие ограничители. То, что ее в Москве на балкончике веревочка сдерживала, ей это не мешало. А тут стенки. Пусть даже прозрачные, но хочется за эти стенки. Да, Ёль? Ну, что ты будешь с этим бубликом делать? Сейчас потепление грядет. Ой, сова улетела. Гува! Летает себе с бубликом. Сова бубликова. Ну что, летать будем? Да. Покажи этот треугольник масонов. Я тебе привезла твои. Немножечко твоих бубликов. Круглых. Будешь крысу? Нет? Ну ладно. И положу так. Скажи, что вы пристали? Давай я тебе сюда кладу крысеньку. Вот это еще. Остальное забираю. Скажи, возмутительно. Собаки там бегают. Но они за речкой бегают. Ее. Не переживай. Все, я пойду. Давай, спокойной ночи. Да, я тебя не трогаю вообще. Привет, Угува. Чё это ты тут наделала? Ты не захотела, чтобы твоя сова у тебя там лежала? А как же? Она же будет мокнуть у нее. Это же твоя совушка, Ёль. Смотри. Или ты ее таскала, как тюленя? Теперь ее придется стирать постоянно. Но она вроде для этого предназначена. Можно же сидеть было на мягкой сове? Так, это ты поела. Косточки разгрызла. Вон там у тебя... Секретик. Крысеньку съела. Молодец. Молодец, сова. Еще, видимо, где-то должен быть секретик. Да? А, нет, крыса-то вон лежит. А что ты ее там положил? То есть ты решила есть вкусные шейки, а не сочную крысу. Ну, я тебе ее переложу вот сюда, на травку там. Она более такая. Ну, и вот она тут треугольничек положила и авокадо принесла волосатую. Скажи, у меня свои секреты. Да? Вот. А снаружи сейчас снег шел, а сейчас дождь начался. После снега прям сразу. Фу. Не очень погодка.
Червячков будешь? Смотри, что у меня есть. Ты ждешь, когда коробочку откроют. Да, смотри. Это как кофе, только червячки. И это все тебе. Ешь. Чего ты? Держи червячка. Вот. Мне туда это неудобно ходить с миской сюда. Ты сел не очень. Куда он у тебя делся? Опять в животик провалился. Ты хотел унести за холодильник? Плучик. Плучик. Наелся? Смотри, он убегает. Все. Никак теперь. Это ты в дырочку влез, ну лучик. Взял, прыгнул в дырочку. Там уже все достали. Я же тебе давала и червячков, и этих, как их там, которые не червячки. Которые сверчки. Ой. Зачем же я так рано встала? Луч. Это ж как же им голодно, бедняжки. Они пришли есть мясо. Скворцы. Я не знаю, может им яблоко порезать? Сейчас я им яблоко дам. Да, ничего себе. Ну, везде снег. Они очень голодные. Бедные все синицы офигевают вон. Вот. И вон что там творится. А, они овсянку едят. Овсянка у меня еще есть. Сейчас я им принесу. Семечки они не едят.